Всем добрый день. Давайте начнем про нашу новинку Balancer Slimmer. Чтобы видеть полноценно презентацию, нажмите, пожалуйста, на окошечко с ней, и вы ее увидите. Да, тогда вы будете видеть абсолютно все слайды. Итак, начнем. Меня зовут Мария Гусева, я врач превентивной медицины, диетолог, терапевт и нутрициолог. И сегодня я рада представить вашему вниманию новинку от компании Greenway – льняную кашу Balancer Slimmer. Это 100% натуральный вкусный продукт для правильного и сбалансированного питания. Давайте же перейдем сразу к составу, да, чтобы было понятно, что это. Да, что это и как это есть. Следующий слайд. Поговорим о составе. Итак, 100% натуральный продукт. На первом месте в составе у нас молотое семя льна. Это сложный углевод. Это растительная клетчатка, да, которая содержит небольшое количество растительного белка, а также жирные кислоты по типу омега-3, а именно альфа-линоленовую кислоту, содержит цинк, селен. Для чего мы принимаем, для чего нужно семя льна? Оно обеспечивает хорошее насыщение, уровень энергии и способствует хорошей работе кишечника и в конечном итоге неплохо поддерживает уровень холестерина. Я об этом расскажу позже. Также в составе этой каши молотое зерно риса, кукурузы и амаранта. Это тоже сложные углеводы, которые создают чувство сытости и снижают аппетит. В составе нет глютена. Да? Предвидя сразу вопрос. Глютена, лактозы, ничего такого нет. Вот, поэтому людям, у которых даже есть непереносимость глютена и лактозы, этот продукт можно рекомендовать. Также в составе есть пребиотика из плодов груши и шиповника. Что они делают? Да? Они нужны нам для, точнее, они нужны даже не нам, да, эти пребиотики, они нужны для нашей микрофлоры, которая у нас в кишечнике содержится весом 3-4 килограмма, да, у взрослого человека. Вот. И для этих бактерий, которые в кишечнике у нас живут, собственно, нужны пребиотики. Они питают наши бактерии, способствуют их росту и синтезу полезных веществ, таких как витамин В12, например, или витамин К2, а также способствуют лучшему иммунитету. Далее, в составе у нас находятся лицетиновые фосфолипиды. Они участвуют в регенерации клеток печени. Также они влияют на липидный обмен, то есть на уровень холестерина, и ускоряют метаболизм. Я от себя добавлю, еще они могут влиять на умственную деятельность и на работу головного мозга. Далее в составе небольшое количество розовой гималайской соли, натуральной, которая богата калием и магнием. Мы знаем, что эти минералы нужны нам для поддержания нормальной функции сердечно-сосудистой системы, работы надпочечников и для поддержки артериального давления. Ну и для вкуса, разумеется. Да. Также в составе натуральный дынный подсластитель, 0 калорий, который содержит. Очень мягкий подсластитель, то есть сахара там никакого нет, калорий 0. Очень привычный и приятный вкус. Все, давайте дальше. Перелистываем страничку. Есть три, выпустили три вида каш. Три вида каш, чтобы абсолютно удовлетворить любого, самого взыскательного клиента, который любит и кисленькое, и сладенькое, и какие-то другие вкусы. В общем, будет возможность попробовать и выбрать тот вкус, который подходит именно вам. Первый вид каши – это каша с клюквой. С вяленой, причем клюквы, да, то есть сушеные, да, как правильно сказать. Вот. Для чего туда добавляются вяленые ягоды клюквы? Они содержат огромное количество натурального витамина С, прежде всего. Натурального витамина С и биофлавоноидов, а также антоцианы, который влияет на уровень холестерина. То есть они хороший холестерин
увеличивают, а плохой холестерин уменьшают. Тем самым снижает потенциальный риск заболевания атеросклерозом и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ну и также способствует устранению отеков и появлению целлюлита. Ну, от себя тоже добавлю, да, что, в принципе, витамин С и биофлавоноиды, которые содержатся в клюкве, они очень хорошо влияют на сосуды, да, на сосуды вообще в целом, и хорошо укрепляют сосудистую стенку, поэтому мы можем рекомендовать его тем людям, у которых есть проблемы с сосудами, такие как там, венозная сеточка, варикоз даже, ну да, и склонность к отекам, да, потому что отеки – это проявление сосудистой недостаточности. Вот. Итак, кашу можно употреблять в абсолютно в любое время дня и суток, хотите на завтрак, хотите в течение дня, хотите как перекус. Калорийность в одной порции примерно 27 калорий. Одна порция – это одна столовая ложка. То есть вы можете количество порций для себя самостоятельно регулировать. Да? Кому-то надо побольше, кому-то поменьше. Так, дальше. Следующий вид каши. Здесь все понятно. На вкус вот эта вот каша, она будет чуть-чуть кисленькой. Ну, потому что клюква добавленная. Но все равно вкусная. Далее. Балансер Slimmer Mango. Да, соответственно, с кусочками сушеного манго и других фруктов. Здесь вкус более такой сладкий. Я думаю, дети будут в восторге от такого. Каша льняная со вкусом манго и... Так, со вкусом манго. Соответственно, что у нас в манго содержится? Манго – это у нас источник витаминов, опять же, витамина С, витамина А, витамина Е, витаминов группы В, магния, кальция, железо и даже цинк. Ну, очень-очень такой масштабный состав. Проще сказать, чего в манго нет, да? Кто пробовал манго, я думаю, все пробовали манго, знают, что это очень вкусный и очень насыщающий фрукт. Подходит для тех людей, которые заботятся о своем сердце, способствует улучшению здоровья глаз, волос и укреплению иммунитета. Калорийность чуть-чуть повыше, да, здесь все же манго более богато на натуральные сахара из фруктов, в отличие от клюквы. Здесь уже калорийность, ну, почти 38 калорий в одной порции. Одна порция – это у нас одна ложка. Следующий слайд. И, наконец-то, еще один вид баланса Slimmer – это льняная каша с добавлением кедрового ореха, нашего сибирского кедрового ореха. Соответственно, здесь уже будет больше упор на витамины, на витамин А, на натуральную омегу-3 альфа-линоленовую, да, кислоту, там и железо есть, и магний, и цин, и марганец, и медь. Ну, в орехах действительно очень много полезных веществ, которые оказывают благоприятное воздействие на наш организм в целом и обладают еще более сильным насыщающим эффектом. Также здесь содержится чуть побольше натурального белка в легко усвояемой форме, да, потому что это все же орех, и можем выделить здесь 19 аминокислот, которые помогают компенсировать белковый голод. Вот. Это, кстати, очень подходит для людей, которые не употребляют животный белок, да, то есть вегетарианцы, веганы. Вот им обязательно нужно делать упор в своем рационе на растительный белок. И в частности им подойдут, конечно, орехи. Очень хорошо. Вот. Калорийность здесь тоже чуть-чуть побольше. Всего лишь на одну калорию, да, это 38,8 калорий в одной порции, то есть в одной ложке, имейте в виду, достаточно хороший насыщающий эффект будет. Пожалуйста, следующий слайд. Угу. Все, я думаю, по составу все понятно, да, это льняная каша, где добавлены еще другие полезные длинные углеводы, да, злаковый, это амарант, рис, кукуруза. Не содержит глютена, не содержит лактоза, и добавлены фрукты и ягоды, либо орехи. Для каждого человека свое. Давайте все же разберемся, как кому
применять и какие есть ограничения. Я рекомендую длинные углеводы обязательно включать в свой рацион, не исключать их, когда худеете. Вот, потому что очень часто люди, которые худеют, да, они начинают очень несбалансированно питаться. Например, какую-то там куриную грудку есть и условные брокколи. И часто у них возникают срывы, они начинают там заедать, кушать сладкое, вплоть до банки сгущенки, которую увидели в холодильнике, просто потому что они голодны. Вот. И чтобы этого не происходило, обязательно из вашего рациона не должны исчезать длинные углеводы. Вот, а длинные углеводы – это что? Это крупы. И, конечно, лучше выбрать не глютенсодержащие крупы, и, в частности, вот, льняная каша. Это может быть полноценный завтрак, да, или перекус, достаточно насыщающий, насыщенный полезностью, да, и вкусом. Как здесь написано? Просто не добавить, не прибавить. Написано все. Надо сказать что-то еще. Бережное похудение без голода, потери энергии и витаминов. Вот это очень важно, да. Еще раз говорю, если вы худеете, и вы чувствуете, что вам на вашем рационе не хватает энергии, обязательно пересмотрите ваш рацион. Нормально ли у вас там все с белками, нормально ли у вас все с углеводами. И при возможности этот рацион обязательно пересмотрите в пользу увеличения белка, длинных углеводов и клетчатки. Вот. Также можно балансер Slimmer использовать как перекус такой полезный. Почему бы и нет, да? Потому что, ну, согласитесь, гораздо лучше перекусить чем-то полезным, чем какую-нибудь там шоколадку какую-нибудь, да, съесть или бутерброд непонятный. Вот. Вот. Кроме этого, мне очень нравится то, что в составе на первом месте льняное семя, потому что лен обладает очень мягким и бережным воздействием на слизистую нашего желудка, желудочно-кишечного тракта. Он его как бы обволакивает, он такой вот слизистый, приятный слой образует. И поэтому, если у вас есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, если вы склонны там, к гастритам, к изжогам, то льняная каша – это, ну, продукт номер один на самом деле для вас, вплоть до того, что можно его и употреблять, когда у вас какое-то даже обострение, да, есть, и вы вообще не знаете, что есть, а вот льняную кашу кушать как раз можно и даже нужно. Диетологи и гастроэнтерологи ее очень часто назначают. Вот. Она здесь еще, она плюс ко всему обогащена, да, другими насыщающими полезными компонентами, поэтому будет очень полезно. Вот. Это отличная поддержка для нашей микрофлоры и для улучшения работы кишечника. То есть очень полезно будет для людей, у которых есть там склонность, например, к запорам, к вздутию, там, к газообразованию, да, к другим нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Вот. Способствует укреплению сосудов, да, и поддерживает нормальный уровень холестерина. Конечно, это работает не так, как лекарственные вещества, что вот вы кашу льняную едите, да, и у вас холестерин снижается. Ни в коем случае. Но, тем не менее, когда вы едите такие там крупы, клетчатку, то это способствует тому, что лишние, так сказать, калории, да, лишние холестерины, глюкоза из пищи у вас не так сильно будут всасываться. Кровь. Вот, и это в дальнейшем способствует нормальному поддержанию уровня липидного обмена. Бережное очищение организма, это для тех актуально, да, у которых есть, как я сказала, проблемы с пищеварением, есть склонность к запорам, очень хорошо подходит. Энергия, бодрость и хорошее настроение, потому что когда мы голодны, мы злые. По крайней мере, я очень злая, когда я голодная. Вот. Так что если у вас плохое настроение, если вы злитесь, посмотрите, что вы сегодня ели. Может быть, вы просто голодны. Так, отвечаю, кстати, на один из частых вопросов, да, как понять разницу между балансер Slimmer'ом и нашей клетчаткой, да, топпингом. Разница очень большая. Прям, я бы сказала, значительно. Это абсолютно разные продукты. Наш топпинг с клетчаткой – это нерастворимая и частично растворимая клетчатка.
То есть она не дает, она имеет практически нулевую калорийность и ну, не дает особого насыщения и энергии. Это просто как бы дополнительное обогащение рациона клетчаткой. Более того, я вам скажу, можно в кашу, да, в балансер слимер, добавлять дополнительно клетчатку. Можно. Поэкспериментируйте со вкусами. Вот, может быть, там что-то для вас будет очень необычное и удивительное. Вот, идем дальше. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, для кого? Для кого? Кому будем рекомендовать? Не знаю, что здесь сказать. Мне кажется, все и так понятно, что это может быть самостоятельный прием пищи, какой-нибудь перекус полезный, может быть, часть вашего рациона, да, то есть когда вы утром едите и кашу, да, льняную, и там какие-нибудь отварные яйца, например, почему бы и нет. Вот, это просто дополнительное обогащение рациона хорошими сложными углеводами для поддержания вашей энергии и работы головного мозга. Так, для тех, кто хочет следить за весом, да, и для тех, кто хочет оставаться бодрым, иметь когнитивные хорошие способности, хорошую работоспособность, бодрость, да, потому что здесь еще у нас содержатся еще и фосфолипиды, вот, которые очень нам полезны для печени и для холестеринового обмена. Про здоровье ЖКТ, я думаю, я рассказала достаточно подробно, да, потому что лен обладает обволакивающей способностью, да, которая обеспечивает регенерацию нашего желудочно-кишечного тракта и особенно желудка. Вот, так что если болит желудок, то начинайте с льняной каши. Улучшает перистальтику, актуально для тех, у которых есть задержка стула. И, кстати, наоборот, склонность к жидкому стулу тоже. Да, потому что есть такие люди, там, с синдромом раздраженного кишечника, они часто, наоборот, ходят в туалет, и это им доставляет дискомфорт. Вот им, кстати, тоже это пойдет, да, потому что клетчатка, она будет обладать легким сорбирующим эффектом и ну, формировать стул. Простите, что про это говорю, но надо про это сказать. У меня такие пациенты, каждый второй. Одни с запорами, вторые наоборот, с частым стулом. Вот. Так, для питания и укрепления всей сердечно-сосудистой системы тоже хорошо. За счет богатого комплекса биологически активных веществ и состава, в составе каши. Да, за счет витамина С, витамина А, витаминов группы В и микроэлементов. Вот. Ну и для тех людей, которые торопятся и им нечего есть, надо что-то очень-очень быстро перекусить, можете вполне намешать быстро кашу и перекусить. Полезно. Пожалуйста, следующий слайд. Способ применения. Все очень просто. Берем столовую ложку, да, в столовой ложке одна порция находится балансер слимер, заливаем горячей водой, либо теплым молоком, да, горячим, можно коровьим молоком, можно растительным молоком, если вы любитель. Вот, перемешиваете, чуть-чуть ждете, да, чтобы она набухла, да, и ее стало больше, и, пожалуйста, приятного аппетита. Можно добавлять в йогурты, можно в кефир, можно в смузи добавлять. В общем, кто во что горазд. Можно, знаете, еще как делать? Можно на ночь заливать кефиром. Каким-нибудь кефиром или йогуртом греческим на ночь залить, поставить в холодильник. И, в принципе, она даже без воздействия термической, ну, без воздействия температуры, просто за счет времени к утру тоже дойдет, разбухнет. Вот. Будет у вас полноценный завтрак. Вот. Также вы можете обогащать ваш рацион клетчаткой. То есть вы можете эту кашу добавлять в крема, можете в начинки для пирогов, тортов, пирожные, в тесто. В общем, здесь ваша фантазия может разгуляться до небывалых высот. Вот и все, собственно говоря. Также отвечая на вопрос, с какого возраста можно.
Рекомендует все же для детей более старшего возраста, можно уже ее употреблять. Для младшего, то есть для дошкольников, его не рекомендуют, потому что там содержится, в общем, для маленьких детей, там, для трехлеток, у них особые продукты, детские, диетические, вот, и эта каша для них не рекомендована. Вот, по беременным кормящим особо никаких ограничений нет. Состав натуральный, но если есть у вас какие-то опасения, можно вам, вашим беременным, там, в кормящем состоянии употреблять льняную кашу, то проконсультируйтесь с вашим врачом. Вот. Вот и все. Так, давайте посмотрю вопросы, которые будут возникать, которые у нас возникли. Восемь комментариев. Да, запись будет, она будет выложена на YouTube. А можно ли кормящим мамам? Я уже сказала, можно, но проконсультируйтесь с вашим лечащим там, врачом. Не закрепит ли стул мамы и ребенка? Нет, не закрепит. Рис там вообще не на первом месте в составе, на первом месте там в составе лен. А если вы будете пить достаточное количество воды, да, из расчета там, 30 миллилитров на 1 килограмм веса, ну, примерно 1,5-2 литра воды, то стул нет, не закрепит. Добрый день, это же не лекарство? Да, это не лекарство. Можно принимать как удобно. Абсолютно верно, можете принимать как вам удобно. Ваша фантазия может вообще все что угодно делать. Это просто еда и пищевой продукт. При диабете и заболеваниях ЖКТ можно их кушать? Да. Можно. При диабете, пожалуйста, обратите внимание, ну, все равно там на калорийность, да, посчитайте хлебные единицы, ну, если это у вас первого типа диабет. Если второго диабета, то в обычном вашем в рационе без проблем. При заболеваниях ЖКТ не просто можно, а нужно кушать льняную кашу на прям регулярной основе. При любых, причем, заболеваниях ЖКТ ну, лен подойдет. Можно ли будет эти каши во время приема антипаразитарного курса? Да, конечно, можно. Это же просто еда. Вот. Но, естественно, вы ваш антипаразитарный курс по времени разносите, да, что у нас антипаразитарка, ну, все витамины пьются либо до еды, либо после еды через там, 20-30 минут. Одновременно не надо. Так, по детям никаких рекомендаций, ну, как бы нет, я уже сказала, для детей, дети у нас это особые люди, вот, ну, в принципе, там с 7 лет уже у нас считаются более-менее взрослыми. Вот, сколько порций, количество порций, ну, никак не ограничено, потому что это просто еда, это не биологическая активная добавка вообще. Вы же, ну, у вас мысли не возникает, сколько гречки детям можно, сколько порций гречки можно в день, сколько съест? Везде говорят, что полезна только та крупа, которая долго варится. Как объяснить клиентам, почему эта каша полезна, если ее не надо варить? Потому что она уже обработана. Вот и все. То есть, ну, непосредственно изначально эту крупу просто долго вываривали, потом сублимировали, вот, чтобы ее можно было быстро приготовить. Какая цена? Не могу сказать, какая цена. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. Да, и презентация тоже будет скинута обязательно. Екатерина спрашивает, одна ложка – это немало? Одна ложка – это просто одна порция. Это для удобства, чтобы высчитывать калорийность этого продукта. Количество порций вы можете абсолютно, ну, как вам удобно, подбирать. Вот хотите, можете хоть за раз съесть всю упаковку. Никакого, ну, как бы никаких ограничений нет. Просто для вашего удобства посчитан калораж на одну ложку. Так. Так, еще у нас пишут пару комментариев. Вот и будем закругляться, потому что уже у нас прошло полчаса от эфира. Давайте подведу пока итог. Так. Угу. Так, подведу все равно итог. Итак, это у нас полноценный сложный углевод. Полноценный сложный углевод без
Так. Зубайдат спрашивает. То, что она заранее поварена долгое время, насколько витамины и все остальные сохранены, и чем обработана после варки, чтобы была в таком виде. Так, витамины при варке разрушаются, действительно. Особенно у нас разрушается витамин С при термической обработке. Но все остальные витамины, они более-менее сохраняются. Вот. Все остальные витамины более-менее сохраняются. Чем была обработана, сублимирована каша, я вам не могу сказать, да, потому что это такой технологический, ну, технологический процесс, и скорее всего, на него распространяется коммерческая тайна. Так, сейчас еще посмотрю. А колораж, да, на сухой продукт, конечно же, идет. То есть мы всегда колораж считаем на сухой продукт. Вот. Так. Все, давайте подведем итоги. Так, давайте подведем итоги. Будем заканчивать. Давайте подведем итоги. Итак, льняная каша, да, сложный углевод с дополнительно добавленными другими компонентами, рис, амарант и кукуруза, но уже в гораздо меньшем объеме, без лактозы, без консервантов, красителей, чуть-чуть натуральной гималайской соли, чуть-чуть натурального дынового подсластителя с нулевой калорийностью. Три вида каши. Одна чуть-чуть кисленькая с вяленой клюквой, вторая сладенькая с вяленым манго и третья с кедровым орешком. Вот. Все на этом. На остальные вопросы в чате ответим тоже либо мы, либо, ну, либо я, то есть, либо уже компания Greenway Global. Презентация и лекция будут сохранены в чате и на YouTube, скорее всего. Все, всем хорошего дня.